категорически нельзя детям навязывать собственный образ питания, потому что ребенок может быть совершенно быть индивидуально сложен генетически, физиологически, и ну, это совершенно новая душа. Этот человек, это осознанное существо, достигнув определенного возраста, уже, так сказать, поимев собственный жизненный опыт, выбрать, что подходит именно ему. Поэтому совсем недавно был такой случай, когда, ну, правда, это не ребенок был, а собачка. И муж с женой решили, что их собачка должна быть вегетарианкой. Вы знаете, я пришла домой, я просто плакала и рыдала. Собачка, ну просто кости, кожа до кости, и у нее на коврике, я думаю, почему нашел рабочий день, и собачку не кормили в течение дня. Потом подхожу, смотрю, там лежит кусочек груши и яблоко. Ну, просто мы ходили в шоке от этой картины. Поэтому то же самое человек должен только осознанно, совершенно осознанно, пройдя все этапы своего жизненного пути, сделать собственный выбор, прислушиваться к своему телу, к своему организму, внимательно его слушать. Потому что наше тело дает постоянно подсказки. Вот, например,